Вашему дому. Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Анны. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память преподобного Моисея Мурина и иеромонаха, обретели мощей преподобного Ива Почаевского игумена. Чествуется собор преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах, преподобного Савы Крупецкого Псковского, праведной Анны пророчицы Джерри Фануиловой, светившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском, великомученицы Шушаники, княгини Ранской, чествуется собор Нижегородских святых, а также собор Саратовских святых, священномученика Алексея Будрина, пресвитера и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день, желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим мир иной.